Здорово. Здорово, Варельни. Мы продолжаем прохождение Зифа 2014 года. И мне тут сообщили, что... Один момент. Если вы слышите какой-то посторонний звук, эта кошка ходит с ума. Мне тут сообщили, что вот этот проход изначально тут и был. Что я его просто не увидел. По всей видимости, может быть, возможно, я его не увидел, возможно, его тут не было, я не знаю, надо запускать игру заново и смотреть уже непосредственно, был ли он тут. Но тогда возникает, ну, здрасте, возникает вопрос, а почему разработчики проходы между локациями, да, и входы в двери, да, которые активные, вот так вот сделали подсвечивающиеся вот с таким вот бельмом, да, ярким. А проходы между локациями вот не подсвечиваются. Это же было бы логично сделать. Ну, вон проход. Там есть проход на другую локацию. Окей, двери, окна подсвечиваются, которые можно. Почему здесь нельзя подсвеченный ореол какой-нибудь, что? Типа, смотри, тут можно пройти. То я вот так вот встал, подолбил, смотрю, ну, коробки, 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 коробки. Окей, все, пошел дальше. Не знаю. По мне так... спорно. При том, что это переход между локациями. Это не просто какое-то скрытое место, это переход между локациями. Я бы его подсветил. Был бы я разработчиком данной игры. Не знаю. Может быть, конечно, я просто невнимателен. Я голодная, как... Ой. Такое ощущение, что игра стала тише в 10 раз. Нет, я ролик какой-то ambient заиграл. Так, у нас на самом деле тут... я карту врубил. Тут есть миссия одна. Перед тем, как мы пойдем... До сих пор не знаю. А, надо было еще вора найти. Давайте мы вот к Кристине сходим. Сходим к Кристине. Надеюсь, это не мрак. Ой. Не та кнопка. Надейся. Что кошка хочет от меня? Так, это мое. Ну, куда ты полезла? У нас какие-то вопросы ко мне? Не надо, на стол компьютерный нет. Ты не будешь мешать. У тебя дохрена мест. Ты можешь полежать на мешке. Ты можешь полежать на... Вот. На стуле, который рядом. Сейчас, один момент. Чё, Кристина на месте? Зачем мне надо было украсть?
Ага. Тайные лазы. Очередная картина. Какая прелесть. Четвертая, кстати. Так, нету места у нас под маг. Давайте мы скушаем под маг. Если нету места. То есть она сидела и смотрела на эту картину. Молодец, конечно. Это все? Да, это все. Не, погодите-ка. Завещание надо украсть. А, леди Грессина умерла от мрака. А, проблема в том, что она рехнулась и спрятала свое завещание. Ага. Я его вижу, нет? Нет, не показалось. Куда она его спрятала-то? Что-то происходит, но непонятно что. Это избавит детей леди Кристины от честной работы. А, последняя воля и завещание. В 1842 году Нордкрест мы... Нордк... В 842 году Нордкрестов мы, вороны, я, леди Кристина, завещаю своим птицам. А, будучи в здравом уме, я завещаю все блестяшки птицам. Оставлю птичку. Я остав завещание мое состояние любимые сыновья и дочери птицам. Понятно. А кукуха поехала. Птицам. Так, чё, может сбегаем за трупом или не пойдем за трупом? Или пойдем сразу в банк. А потом сбегаем за трупом. Давай так и поступим. Ограбление банка. Приступаем. Это, кстати, DLC. Которая стоит около... Сейчас скажу точно, сколько она стоит.
случае с революцией можно было бы заработать. Так, можно как-нибудь там это спрятаться пока? Уровень ограбления банка стоит... А хрен его знает, сколько стоит, блин, мне не показывает, потому что говорит, я его купил. Я на самом деле не покупал его. При покупке игры за... Сейчас, кстати, она стоит 119 рублей. Кто хотел поиграть, покупайте. И не думаю, что ниже будет. Вот, при покупке игры DLC, которая... Вот не соврать бы, около 400 рублей вроде бы стоит. Дается бесплатно DLC. Просто в комплекте закидывают. Что я считаю правильным, потому что, ну, блин, кому нахрен вообще нужна данная игра, а тем более DLC еще. Что не скажешь по многим играм, которые, допустим, типа, ну, к примеру, могу сказать, по Fallout 4, он вышел уже 100 лет назад. Ну, не 100 лет назад, он вышел одновременно вроде бы с выходом третьего Ведьмака. Это был 15-й год, ну, то есть около 6 лет назад вышел. И к нему выходили DLC, к Fallout. Несколько DLC, одно, два сюжетных и вроде бы одно какое-то хрен пробей. Проблема заключалась в том, что Season Pass к Fallout 4 стоит столько же, сколько стоит игра. 4000 рублей. И сейчас она стоит 4000 рублей до сих пор, что Season Pass, сраный Season Pass. Если отдельно покупать, каждое дополнение около рубаса с чем-то стоит, и как бы оно того не стоит, да, чтобы покупать их отдельно. Хочешь купить Season Pass и купить его по скидке. Сейчас, если приобрести игру, скорее всего, вы приобретете The Air, как там, короче, издание года. Которая стоит сейчас по скидке в комплекте с Skyrim'ом стоит 1000 рублей. Сколько стоит Season Pass для отдельно, если у меня есть игра? Я не хочу покупать заново игру. И у меня и Skyrim даже есть. То есть я не хочу покупать заново Fallout 4 со всеми дополнениями. Хочу купить дополнение. А дополнение до сих пор стоит 4000 рублей. Покупайте. То есть вообще отлично. Машины не так заметны, как люди. Надо быть осторожнее. Опа, камера. Откуда камера? Тихо, тихо. Продавали можно? Продавали бы тут баланду. Баланду продавали, было бы классно, конечно. Так, что мне надо сделать-то? А, кстати, показывает, смотрите. Угу. Я, кстати, на игру ругался, говорил, что непонятно, какие... Кошка буянит. Непонятно, какие... условия предлагает. И она не легла, она просто прошлась по мешку и не легла. А какие условия игра просит выполнить для получения максимального статуса, максимального выхлопа? Они есть, оказывается. Ну, хорошо. В этом случае хорошо. Беру свои слова обратно. Так. Окей. А что мне надо украсть? Тихо, 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 тихо. Как я устал. Понимаю. Мы все устали. С цифрами. Может, это комбинация от сейфа?
Наверняка. Надеюсь, ты его не оставил, где попало? Где ты его оставил? Конечно. Я убрал его в один шкафчик. Какой? Не помню. Я записал его номер. Он в кармане. Сообщи миссис Мондерс. Она отвечает за сейфы. А я не могу пролезть под это, да? Ага. Как-то мне не здоровится. Я совсем замерз. Что? Что такое? Что? Ну, вырубился свет, в чем проблема? Ну давай, воруй, господи. Кто ты чё? Понятно. Блядь. Говорят, Саутра и прежний менеджер. Блядь. Правда? Очень жаль. Он мне нравится. Славный. Но более мягкий, чем Мондерс. Есть хочется. Вот это моя сестра. Мондерс считает, что я воровал из кассы. Какой ужас. Ты же с ней не знаком, да? Конечно, нет. Она меня ненавидит с тех пор, как я стал старше. На самом деле, я не сумел скрыть. Так, Викс, это банк, а не мавзолей. Сын Саутра меня в мой Рус ведет. Избавьте меня от этих страданий, высыпав его отца в красную вазу Скотти. Скротти. Она мне все равно никогда не нравилась. Выжженный изумруд, часть 2. Россер выругался и выбежал из лавки. Фултон устремился за ним, стараясь не отставать. Бросая сумку, прошипел сквозь зубы. Чё? Это чё, книжка какая-то? Скорее бы всё это закончилось. Книга какая-то. Где-то камера, кстати, есть, я слышу. И храп слышу еще. Надо быть осторожнее, или пойду крыс кормить. Что за документ? На, механические глаза. Они все время поднимают ложную тревогу, эти штуковины поступают к нам прямиком из крепости. Я не умею их настраивать, пока что просто скажите своим стражникам, чтобы обходили и не совались к хранилищу.
Где же я оставил эту золотую штуку? Я ее уже забрал. Золотую эту штуку. Давайте сохранимся. На всякий пожарный. Набухался и спит, понятно. Нам всем тяжко. Бичворд. Книга. Очередная книга. Это с другой стороны ванг, да, проход. Хорошо. Тут можно снять болты. Становлюсь рассеянной. С улицы бассейной. Тихо-тихо-тихо. А? Что здесь творится? Ну просто ветерок подул. Вот это было неожиданно. Глупышка, как будто за мной наблюдают. Да, за тобой никто не наблюдает. Забавно. Так. Этого я совсем не ожидал. Что деваха умеет зажигать свечи. Так, а как мне куда пройти? Все-таки попробовать пролезть перед тем, как деваха пойдет в обратку. Конечно, можно было бы ее вырубить, но я хочу сейчас пролезть. Остаться. Погулять по городу, не спотыкаясь об этих нищих. Интересно, что они кладут в балладу? А? Мне кажется, или я кого-то видел. Кто-то хочет, чтобы его поймали! Он здесь! Папа! Yeah!
Можно было с этой стороны залезть, окей. Здорово, Мавроди. Как дела? Как здоровье? Дополнительно найдите и разбейте вазу. А? Какую вазу? Нормально, отдыхай, поправляйся. Хорошо. Хрена себе у тебя кошельков. Я думаю, надо делиться. Почему я не могу забрать этот? Руку протяни и забери. Очередное письмо. А, так, я понимаю, насколько необычна моя просьба, но, как и вы знаете, мой отец очень любил свой банк. Наша семья считает, что будет лучше всего, если его прах будет покоиться где-то в здании. Понятно. А мы же знаем, что насыпали в какую-то урну. Чёртова зуброка. Блин, я думаю, надо будет его оглушить. Жутко. Умирающие нищие собаки. Ну, я просто, ну, как бы можно тут пройти на самом деле, но что рисковать, да, как говорится. Более тут надо было бы скрывать замок. Ну что ты творишь, а? Чувак, что ты творишь? Я нажал, чтобы ты своровал, блин, а не чтобы ты стоял. Фултон дожил сверло, стараясь... А. Вот бы погулять по городу, не спотыкаясь об этих нищих. Да ручку, ручку воруй. Последний раз в банк я проникал в теорию хаоса, которая Splinter Cell. Надо будет как-нибудь, кстати, пройти на стриме. Я вообще обещал, что я пройду всю серию Splinter Cell, прошел только Blacklist. Так, интересно.
У него тоже есть этот. Время обнаружения есть. Так, скрыть замок. Давайте скрываем. Хорошо. Чё, пусто что ли? А зачем закрыли тогда? Счастливая отмычка. Это я получил приз за ускоренный взлом сейфа. Хорошо. Так, теперь у меня есть вопрос. Вот эти сраные камеры. Можно с ними что-нибудь сделать? Давайте проверим. Чё? Значит, водой. Ну, не совсем логично, я бы сказал. Казалось, что вообще бы нелогично почему-то водой. Ну, хотя, с другой стороны, если это механизм, механический, как бы. В таком случае вообще изи. Почему я его не вскрыл? А. Кому больно? Эх.
Зачем столько шкафчиков? О, кстати, тут это у нас этот. Пол под напряжением. Ну, либо не под напряжением, короче, в общем, какая-то есть ловушка. Чувак сказал, что он в седьмую ячейку спрятал комбинацию от сейфа. Ну уж, понятно. Хорошо. Так. Что наверху? Наверху есть щиток. По всей видимости, мы таким образом вырубили. Да, мы вырубили пол. Отлично. В этом городе осталось мало приятных вещей, таких как запах вскрытого сейфа. Один диск опять капризничает. Почини его уже наконец. Какая ваза, интересно? Она типа в сейфе будет, ваза, что ли? 6-8, что там? Перебирать комбинации нет времени. Может, работники банка подскажут? Зачем? Кстати, у нас еще какие-то записки можно найти. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Так у тебя они... Цифра неправильная. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Одна цифра не... Я не медвежатник, но с двумя так, цифрами пусть договорит. Из трех я бы сейф открыл. Одна цифра неправильная. Я знаю, об этом написано. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл.
Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Да я знаю, ты, господи, заткнись нахрен. Одна цифра неправильная. Какой диск капризничает, я не понял. Да, одна неправильная. Да заткнись ты, блядь, ты не... Одна цифра неправильная. Такс. Ты не медвежатник. Я знаю, что ты не медвежатник, блин, ты дебил конченый. Документы. Последняя цифра не читается. 6-8, я все перебрал. В смысле ты не медвежатник? 6-8, чё дальше-то? Он заткнулся. Я не медвежатник. Но с двумя цифрами из трех я бы си... Один диск опять капризничает. Открыл. Одна цифра неправильная. Какая? Я не медвежатник, но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Еще раз прокрути, что ли? Одна цифра неправильная. Одна цифра неправильная.
Но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Одна цифра... Я не медвежатник. Но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Одна цифра... То ли триггер какой-то не срабатывает, то ли что, я не могу понять вообще. Я не медвежатник. Но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Одна цифра неправильная. Я не медвежатник. Но с двумя цифрами из трех я бы сейф открыл. Одна цифра неправильная. Может, еще какую-нибудь записку надо найти? Ну, мне ни хрена не видно. Давай ты вот посиди на этом стуле. Давай. Больно. Та-т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 а. Первый раз я такая голодная. Заметила? Давайте я тоже вырубим его нахрен. Ой, жестко, да? У него просто серьги. Боги на пороге. Ага. Хрена себе, ты в ушах носишь тут. Такие драгоценности. Я не медвежатник. Так, отчет о ремонте. Суки, 8-3, блядь. Ах, вот вы крысы, а. Значит, 8-3 поменяли, да? Хорошо, когда люди пишут себе шпаргалки. Хорошо, да. Крутить-то будешь, нет? А что дополнительное задание пропало? Какая красная ваза? Разбить какую-то вазу надо было. Есть здесь ваза, но она не красная. Да и похеру вообще.
Чего фигней страдаю, да? Я не видел никаких вас. Опять крутить? Так. Хорошо, что у меня много водяных стрел. Надо будет закупить еще. Боги на пороге, блин, а? Где его можно отрубить? Где камера? По всей видимости, снизу, да? Письмо ревизору. Мистер Сворлоу. Сэр, я протестую, если об этом станет известно широкой публике, вы определенно получите бунт, которого так боитесь. Мне все труднее отвлекать персонал, выполняя свои повседневные обязанности. Кто-нибудь узнает страшную правду о хранилище, это лишь вопрос времени. Я бы очень хотел знать, чтобы вы думаете... Что вы думаете по этому поводу? Кажется, барон не осознает свою тяжесть ситуации. Все еще ваша, миссис Этель. Ну, миссис это от себя добавил. Миссис Этель. Что такое? Поручительство. И чё ты там показываете, типа? Места нет, теперь есть. Ревизия, аудиторская проверка высокородного... Свулоу Эсквайра. Город на грани банкротства. Единственные денежные активы, оставшиеся в городе, это хорошо охраняемое состояние частных лиц, не доверяющих властям. Для нас чрезвычайно важно, чтобы эти сведения не дошли до округа Дейпорт, если наши деловые связи с внешним миром впредь будут организованы столь же дурно, экономика города рухнет в течение месяца. Жду ваших дальнейших указаний. Что такое? А, это я это врубил, господи. Забираем. Все забираем. Кошку, походу, выпустить, что она задолбала орать.
Так, вы пока воруйте, я сейчас вернусь. Так. Ну что, идем вниз. Там где-то, кстати, еще камера у нас снизу. Так, а это что за синие? На которые типа можно наступать или на которые нельзя наступать? Давайте-ка. Прикалываешься, нет? Какого хрена он не перепрыгивает? Вот тебе и паркур, блин, а? А чё жужжало-то? Что жужжало? Я думал, что что-то снизу жужжит. Ага. Вот что жужжало. Минусы. И еще одно поручительство. Пусто. Могли бы хотя бы там по монетке в каждую ложить. Ну что за прикол? Почему я должен все обыскивать? Вот и ваза, кстати. Следить за временем тебе больше ни к чему, Саутрей. Почему вазе был не порох, а часы, я не знаю. Не спрашивайте. И тут будет пусто, что ли? Нет, надо вскрывать. Пепельница. Замечательно. А где можно обезвредить? Ага. Запрятали на самом деле, ну нормально. Мы целый час воруем в банке. Что-то очень долго, кстати. Бедная леди Хаднелл. Сначала пожар, теперь я. Так, я вижу, там ожерелье подключено к системе безопасности какой-то. Давайте сначала сундуки откроем. Такое ощущение, что придется убегать от этого еще.
Ага, ну и все. Изи. Бегите из банка. Убегаем. Честная плата здесь так же редка, как девственница. Да? Я даже не знал о таком. Так, а... Есть хочется. Там вообще еще есть что своровать. Где-то. Ну, там штучка, ну это похер на нее на самом деле. Хотя... Все, теперь вроде бы все мы украли. Я заболел, точно знаю. Бесконечная ночь. Опа. Это было неожиданно, конечно. Так, тут у нас, кстати, камера есть. Боги на пороге. Ага. Медведи на велосипеде. И все в таком духе. Ты поменяла маршрут, смотрите, а? Надо будет камеру вырубать, походу. Так, мне кажется, его надо вырубить. Устал. Камеру вырубаем. Просто... А? Там кто-то ходит, кажется. Опять среди теней что-то мерещится. Да, есть такое. Блядь. Давай, залазь. Спина совсем разболелась. Есть коннект. Отлично. Оглушение сверху 0 из 2. Нахрен надо, я что-то не украл. Видимо, не украл из карманов что-то. Добыча найдена. Ну, наверное, да. Посмотреть списки лидеров. Давайте посмотрим. Мне кажется, не работает уже. Анархист, фантомы, клептоманы. Хорошо, продолжаем. Это было DLC. Платное. Просто небольшое помещение с одним этажом, ну, двумя этажами, ну, бессмысленно, бессмысленная трата денег. Не покупайте DLC.
Надо бы сходить это, знаете куда? Вот попробовать с этим заданием разобраться и вот этим. А что за кругляшки? Ага. Там как раз разобраться, попробовать все-таки с тем вопросом, как украсть то, что можно украсть. Да. А труп мы ищем, потому что у него какие-то там голосовые связки для робота, да? Давайте сходим, посмотрим. Заодно спросим, что там еще по миссии. Что есть? Тихо. Блядь. Он молодец, конечно. Проблема в том, что кнопка паркура и... Кнопка паркура и слазание по лестнице на одну и ту же кнопку. Вы пойдете, нет, петушки, блин? Господи, блин. Еще к бабке, кстати, можно сходить. Что это такое? Че жжет? К бабке сходим. Там можно будет как-нибудь от бабки. От бабки никак никуда ничего не сдвинуться, да? И сюда никак не пройти. Сюда здесь только проход, если не ошибаюсь, есть. Хотя там можно из окна куда-то пролезть. А мы сейчас, наверное, и пролезем из окна. Сначала к бабке сходим, купим прокачку. В принципе, надо бы и стрел купить водных. У меня есть товары для темных дел. Давай показывай. Так, и почему-то канатных так мало можно таскать всего лишь. Удушающие нахрен не нужна, в принципе. Что там, балансировка? Возвращайся скорее. Нет. Вернусь после следующей миссии. Сюжетной миссии. До этого момента я не вижу смысла, в принципе, навряд ли мы что-то потратим. Хотя там, помните, по крышам, а мы сейчас, наверное, полезем как раз. Когда пойдем в ту часть города, да, где у нас труп висит, мы, наверное, слазим на крышу, и помните, я там не мог допрыгнуть. Трупы все прибывают, а нам уже некуда их складывать. Даже бригадир велел не морочиться. Молчание украшает мужчину, Гаррет. Да-да-да, давай. Но давай поговорим. 450. Ну, покупаем. Монета не прогонит тьму, но спасет от голода. Хорошо. Ловкость, чутье. Быстро украсть. Да, вот звуки я что-то не вижу. Вообще звуки. Вы видите звуки? Я их не видел. На небольшом расстоянии. Может быть, украсть несколько предметов и сразу.
эффективность, расход концентрации, скрытность. Но я концентрацию в основном не использую, то есть она мне сразу кончается. Дальность прицеливания. Время стрельбы, боя, взламывания замка. Еще сильнее замедляет весь мир вокруг вас. Давайте ловкость. Я даже не вижу смысла что-то еще брать, потому что ну, херня все полностью. Заглядывать внутрь замочных механизмов. Зачем? Если был бы взлом какой-то сложной задачи, то... Ты пришел за моим советом, дитя теней? Я просто стик кручу. Монета 600. Не прогонит тьму, конечно, но спасет от голода. Я бы тогда просто стик кручу и все. В принципе, мне это не надо. Скорость открытия замков. Ну, скорость... Ну, я и так быстро... Не знаю. Способность оглушать врагов одним ударом. Ну, это когда драка, да, типа? Концентрация, ловкость. Блин. Вот ничего и не надо на самом деле. Или скорость скрытия замков. Будут ли сложные какие-то замки? Не знаю. Оглушайте одним ударом. Сконцентрируйтесь на зрении. Ускоряет ваши действия во время стрельбы, боя, взламывания замка. Еще сильнее замедляет. Давайте скорость, наверное. Ну, бессмысленная вещь это. Это прокачка тут. Надо было делать просто, наверное, какие-то, знаете, на прокачку. Не знаю. Я что-то подумал о отмычке, которая сразу же взламывает замок. Но ее можно было бы продавать, наверное. Типа одноразовая отмычка, которой можно моментально взломать любой замок. Это можно было бы, наверное, продавать. А так даже и не знаю. Типа видеть врагов через стены. Ну это тоже такое себе, да? Можно, в принципе... Что там у него еще было? Слухи не врут. Что-то забыл купить? Тепленное, максимальный запас здоровья. Нафиг не надо, снижает цену мака. Ресурсы. Вот цену ресурсов с этим можно было бы купить. Сколько теперь стоит? Дешевле стало? Что-то не особо дешевле. Но дешевле вроде бы. Емкость. Время прицеливания. Увеличит урон. Безопасную для падения высоту давайте возьмем, потому что я постоянно падаю. Урон от дубинки, оно все, короче. До новых встреч. Да ладно, все, давай. Сейчас бы вспомнить бы, как залезть туда. На крышу, на эту.
Будем вспоминать. Так. Где-то наши силовики. Вроде как-то так можно залезть. Наверняка из города можно сбежать. Эти ублюдки все били и били его еще и еще без остановки. Бедняга Калиб. Я все еще слышу звук его раскалывающегося черепа. Кофейку бы сейчас. И чё? Блин, а где это мы тусовались-то, а? На какой крыше мы были? Может, я сегодня посплю. Кстати, вот эта загадка с этой постаментом, с этим беспонтовым, тоже пока не ясна до конца. Не на этой ли крыше мы лазили? Да. Там, кстати, можно тоже воткнуть и пропрыгать куда-то. Давайте засаемся на всякий случай. Потому что чувствую, что я сейчас не допрыгну. Допрыгнул. Это куда и зачем? Так, вот это место. Стражники все время расклеивают плакаты о розыске вора. Что он такого сделал? Ничего. Воротничок сказал, что он ворует детей и продает бандам Риверсайда. Черт. В городе и так достаточно зла без мрака. Надеюсь, его поймают. Что такое там? Хорошо, что сохранился. Что-то непонятно, какая-то свечка. Что за свечка? Как ее забрать? Или это просто свечка, типа. Вот, а нахера я вот эту штуку опускал? Вот этот канат сюда ставил, если здесь дверь закрыта. Отсюда прохода-то никуда нету. Да, это просто свечка. Нет, он не прыгает, он просто падает вниз. Отлично. Просто падает вниз. Браво. Говорят, свечи из человечьего жира делают. Это бред. Че? Вот это вот бред, как так? Я же зажал кнопку паркура, почему ты падаешь?
Говорят, свечи из человечьего жира делают. Это бред. А из чего еще, по-твоему? Так, ну, в таком случае, если тут у нас ничего и нет. Ну, там что-то есть, на самом деле. Ну, это такое себе. Так, давай. Ну, смотрите, как он прыгает далеко, а? Вот здесь вот. Вот в этом заскриптованном моменте он может прыгать. А там, где надо, он не прыгает. Так, где-то тут у нас есть... Если я не ошибаюсь, вот... Вот хата того мудака, который повешал человека. Вот это вот, да? И можно через эту хату пройти. И выйти на обратную сторону города. Я запомнил, что так можно сделать. Вот в эту дверь, кстати, он всегда куда-то пропадает, этот чувачок. Почему-то. Непонятно почему. Здорово. Кажется, ребята. Да, сходи к стоматологу, я считается. Так, что мы сделаем? Мы сейчас. Он видел ее? Я не видел. Ты про кого? Повторяю, тебе мерещится. Ее нет. Да, она была там секунду назад. И все время плачет, только слез не видно. Старые боги, новые боги. Они нас не слушают. Мне не нравится, что начала кнопка это звук издавать сильный на геймпаде. Может, что, смазать? Так, вот сюда. Ну, вы понимаете, да, что я собираюсь сделать? Во-первых, разобраться с этим заданием. А чтобы разобраться с этим заданием, нам нужно... Куда ты лезешь? Дебила кусок. Куда ты лезешь? Ты прыгни. Поэтому я говорю, что нужна кнопка, отдельная кнопка для совершения некоторых действий, так сказать, в виде, допустим, прыжка. Было бы неплохо, если бы я мог сам прыгать. Так, что все меня сразу как спалило? Прям моментально меня увидел.
Какой-то мудак заметил, да? Кстати. Да нету там никого. Никого не было. Ты мудак, блядь, спалил меня. Сходи, проверь. Кто бы ты ни был, выходи, слышишь? Да ты подойди поближе. Я ничего не слышал. Устал, наверное. Да хватит валять дурака. Да ёпте за ногу, блин. Ходи, проверь. Слишком много ночных смен. Мерещится всякое. Ты не слышишь? А? Что могло так шуметь? Да сходи, проверь. А? Кажется, я слышу какой-то шум. Отлично. Мне что-то не по себе. Есть тут кто? Есть, есть, есть. Тихо, тихо. Или что-то слышал, или рехнулся. Ну блин, ну чё ты... Господи. Так, не зевать, не зевать. Что тут такое творится? Ты задолбал, блин. Что, заметил ты по меня? Он наверняка вон там спрятался. Мы вдвоем его прибьем. Будь всегда настороже. Задолбали, блядь. Опасно нынче на улице. Так, отлично. Теперь думаем, как сюда пробраться. Вот в это помещение. Не вижу способа пока. А это куда? Погодите-ка. Вот это проход
А это куда? А, это... Да. Это не то. Как мне попасть вот в это помещение? Очень болит спина. Это не туда. Может, сегодня получится поспать. Так, у меня два предположения. Либо я не знаю, как сюда попасть. Либо можно попасть сзади. Но там не соприкасается, насколько я вижу по карте. Пойдемте посмотрим на тело повешенного. Один из этих недотёп, вор Эктора. Вот повезло. Эй, кто... Я видел кого-то в темноте! Стража! Что? Оставь меня, пожалуйста. Сука, ты что, блин, Петрил? Кого ты в темноте? Я стою на свету, блин. Стража! Мудила. Я стою на свету. Известный риверсайдский ростовщик. Нанесу я ему визит, пока он не перепродал голосовой аппарат. О. Надо больше спать. Ну, неплохо. Как сюда попасть-то, а? Проклятый город. Ну, поверху там можно только посмотреть в окно. А может быть надо типа стрельнуть в окно, чтобы там что-нибудь открылось? Что они кладут в баланс? Какой-нибудь механизм типа активировать, чтобы открылась дверь, я не знаю. Не зря же тут вот. Есть хочется. Кто гениальный вор? Я гениальный вор. Сегодня леди Кристина предположила, что не замечает меня. Я испортил колесо кареты. Сломается на первом же мостовой. Посмотреть бы, как она навернется. Хотел купить картину Монтанесси у Джо Бена, но тот сказал, что картина подорожала, так как автор убил себя.
покромсаю всю коллекцию ублюдка до конца этой недели. Пытался толкнуть пару драгоценностей у Black Pharaoh, но Руби говорит, что у них, что их будут искать. Они с Басса сговорились против меня, я точно знаю, у Басса хорошие связи, но у Руби я это припомню. Отлично, разобрались. Самое главное разобраться. Поставлю задачу. Ну, на самом деле это не очевидно было, если честно. Я просто предположил. Грабить скупщика краденого обычно происходит наоборот. Это самое холодное лето на моей памяти. Я просто, ну, на самом деле это мог бы быть выключатель света. Типа... Это тупо, на самом деле, мне кажется. Если бы мне рассказывали, что есть там, типа, какие-то различные механизмы, ну, вот так вот выглядят именно конкретно, а только вкл-выкл, да? Поэтому, блин, я не знаю. Если была бы какая-нибудь подсказка, я не знаю, может там в записи, что возможно, типа у него там скрытые какие-то механизмы есть. Или бы мне до этого где-нибудь показали, что есть возможность, что есть такие механизмы, которые открывают. Есть у нас? Ничего. Чёртовы верёвки. Все ладони от них стёрты. А ладно, бля, пока подойду. Пока подползёшь, уже 100 лет пройдёт, бля. Понять, куда мне идти? А, это надо пройти через вот. А здесь можно вот так вот обойти, что ли? Мог, кстати, к этому чуваку сразу зайти. Может, что нам расскажет? Еще был бы fast rail, было бы вообще замечательно, на самом деле. Да ты прыгни просто вниз. Монетку потерял, а я забрал. Чисто кольцо спрятали вот так вот. Класс. Так, сервис украли. Блин, там собака.
Че, я думаю, время использовать усыпляющую стрелу. Да, блядь, куда ты, дебила, кусок лезешь? Ну все, успокоились, блядь. Надо было сразу так сделать. Надейся. Проклятый город. Чувак, что с тобой делать-то тут, а? Ты вообще палевно стоишь. Уходи, уходи. Дебил. Давай последний сейф. Чё там? Ну не пойду к этим собакам тогда. Отсюда вода, угу, понимаю. Где-то я ж там по-другому как-то проходил, а? Да, я вот тут проходил. Давайте так и сделаем. Оптимальный маршрут, блин. Придется через загрузку, конечно, пройти. Но это намного быстрее, чем эти пацанов обходить их. Еще душат, блин. Как лютые. Что там по времени у нас? Нормально.
нормально. Где-то еще был. Опа, а тут другой стоял, чувак. Так, интересно. Ладно, давайте сходим к этому жиробасу. Может быть, он какое-то задание нам даст. Я удивлен, что прогружается квадратное маленькое помещение. Но у меня нет сведений, которые могли бы нам помочь. Загляните попозже. Ага, понятно. Еще у него не появилось задание. Рановато. Могли бы сделать какие-то, знаете, типа канализации, с помощью которых можно было попасть в любую часть города. То есть быстро, типа fast travel такой, знаете. А какого хера ты пошел? Братишка, ты же стоял всегда. Мы отсюда никуда не уйдем. Ты вот издеваешься? Джабадай Джос, бешеный тип. Кто? Главарь угриедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку. Хорошо, что я в прошлый раз опустил. Только зачем? Как мне попасть наверх? Интересно. Как наверх попасть, действительно. Так, сейчас тут чувак вернется сюда. Он стопудово возвращается. А, тут смотрите. А как вот так окно залезть? А, окей. Он возвращается, я помню. Его маршрут. А можно сверху смотреть, прыгнуть и оглушить. А мы сейчас так и сделаем. Блин, быстрее было бы добежать и убить его так.
Нормально. Нету места. Вообще отлично, блядь. Помещение никчемное. Опять я не в курсе, как туда залезть. Ну, там можно через окно как-то пролезть. Вот в это окно можно как-то пролезть. А чтобы в это окно пролезть, надо что сделать? Надо вот так вот сделать. А это я откуда смогу? Да, я прямо отсюда смогу. Нет места, это хилка, да? Отлично. Протесты не выход. Да, наш город сейчас тяжело болен, но отпускаться до антиобщественного поведения, проявлять неуважение к гербу, это все равно, что нанести ему удар в спину. Уважаемая публика не должна терпеть вандализм и скандировать лозунгов. Администрация передает нам слова самого барона, призывающего сплотиться и работать сообща в этот кризисный период. Успокойтесь, не провоцируйте стражу, или они будут вынуждены обезвредить вас. Обещанное вам будет, вот наступит обещанное будущее. Чтобы далеко не ходить, за примером нашей покорной слуге сказали, что администрация уже работает над решением продовольственной проблемы. Очевидно, что наши голоса слышат на самом верху. Конечно. Слышат. Они сначала ёршики покупают за 700 евро. А потом утверждают, что они слышат. О, картина, кстати. Это что у нас? Что тут у нас? Ну, замудрили, конечно же. Спрашивается, почему еще воры до сих пор не обнесли все заброшенные дома? Здесь какой-то специальный тайный проход. Молчание золота. Ой, приступить к выполнению задания. Это, если не ошибаюсь, мы сейчас будем искать эти связки, да, голосовые, блин. Я на самом деле думал, что мы сюда дойдем, что-то заберем и все. Но нет. Если кто прошмыгнет мимо, можешь сразу устраиваться в таверну певцом за гроши. Понял? Конечно, сэр. Говнюк.
Бутылку заберем тоже. То есть его выкинул. Так. Да ё... Ты чё делаешь, а? Я на самом деле не вижу, что там пёс, но я нажал оглушить его. Но кнопки не появлялось. Больше ничего не сдавали бы. Откуда ты оттуда там появился-то, а? Братишка, тебя же там не было в предыдущий раз. А там вообще собака прям сходу. А, привет. Ага. Один я навел слух по речке. Вот когда начал теперь. А где бутылка, кстати? Иди он туда под эту штуку. Если он явится, сможем подзаработать. Ну, пол царства за кофе. Давай быстрее там дорожай. Передвижение свое. Да. Ставлю 5 монет, что найду тебя. А я думал, что это его прибьет. Нет, нет, ты там это, у него там денежки были. Или типа я забрал. Заткнись ты, псина.
чувство, будто в голове бульон сдох. Он что-то почуял! Рядом кто-то есть! Вот тут ты прав! Духатура. Ладно, давайте все грамотно сделаем. Черт с ним. Надо держать себя в руках. Ты где? Какая тут жуткая вонь. Ну ёб, я нажал. Ну, игра, ты меня, блядь, дрочишь, что ли? Я нажал на кнопку оглушить сверху. Но ты этого не сделала. Ладно, попробуем еще разок. Может быть, в этот раз получится оглушить его сверху. Сейчас попробую поспамить. Давай, 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 давай. Не верится, что я упустил его. Есть. Два раза пришел назвать, нормально. Красные ножи парням я заплатил. Парня заплатил за защиту. Меня донимает один чесальщик. Не помню его имя. Что-то на Э. Лица его я не видел. Но он интересовался неким голосовым аппаратом, который я давеча прикупил. Ублюдок сказал, что завтра придет с деньгами. Но я этих жуликов сразу чую. Он меня грабить хочет этой же ночью. Охраняйте дом. Прибейте любого, кто сунется. Аппарат на всякий случай у меня в сейфе. Не трогайте мои товары, и утром я с вами рассчитаюсь. Давайте собаку придушим. Так вот. Так, а что там снизу? Можете послезть. Эта штука, можно ее использовать для того, чтобы потом залезть, да, или убежать куда-то, да, без понятия. Хорошо. Ростовщики, воры и разорители. Надо было дверь закрыть. Все они чертовы стервятники. И все же для них это работа, для ублюдков. Ты прав. К таким, как я, нужно проявлять больше уважения. Проще сразу отдать этот город крысам. Thank you.
выглядишь знаком. Плащ, черный шлем, такой высокий. Черт! Да захлебнуться мне баландой! Ты дезертировал из стражи! Скажем так, я оценил ситуацию и решил, что со стервятниками шансов выжить и больше. И то верно. К таким, как я, нужно проявлять больше уважения. Готов поклясться, у меня в сапоге что-то ползает. Поздно уже. Так, обкрадываем все, что есть. Все, что можно унести. Документ, друзья, держи. Понятно. Торговцы баландой пропали. Картина. Ну, прикольная, кстати, картина. Какая прелесть. Да. Стоят себе целый день и ничего не делают. Просто стоят. Я заболел, точно знаю. Так, я понимаю, куда это ведет. Тут что-то не так. Можно попробовать сделать следующим образом. А можно не сделать? Да, сделаем. Отлично, бутылка есть. Так, не услышал, отлично. Сегодня. А? Что там такое происходит? Есть там кто? Там, в тени. Может быть, есть, может быть, нету. Никто этого не знает. Украшения мои. О. Интересно.
Так, тут какой-то хитро... жопый замок, по всей видимости. Что-то ничего нету. Можно было отсюда, да, попасть сюда. Я думаю, вырубим это. И ведет он куда-то туда. Так, а здесь что за дверь? А, закрытая дверь. Здравствуйте. Что, изи? Хорошая находка. Да убери ты ее уже. Неизвестный вор, металлический голосовой аппарат, да, ничего интересного. Теперь можно сундук вскрыть. То есть ты тут 35 монет прятал. Молодец, конечно. Ну, а вот и аппарат. Изи. Пэри надо было продавать его, пока был шанс. А как я могу бежать? А? Ну да. Вот и все. В смысле, быть невидимкой — провал. Кто меня заметил? Да пофигу вообще. Кто-то меня заметил.
Так, теперь надо как-то умудриться отнести ее. Опять они ходят, господи. Так, дайте мне карту, пожалуйста. Ты осмотрел его? Здание городского совета? Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистое золото. Стоит целое состояние. Даже с кислой рожей Нордкреста. Только на ночь бюст запирают с помощью особой охранной системы. Черт, слишком рискованно. Отбой. Пусть другие болтаются в петле за попытку украсть бюст барона. Не надо было поворачиваться, и все. Ты взял, повернулся. Теперь еще километр назад бежать, кстати. Там, наверное, все стражники, да, опять это отреспаунились. Ну как же без этого? Блядь, этот. Как же без этого? Давайте-ка вот так вот пройдемся. Ну бери. Опа. Ничего себе идет. Какой-то куш нашел? Опять газета. Монет и вы прятали в сейфе. Медальон с патриотом никто не прятал. Хорошо. Больно. Тут кому как? А эти 15 монет никто не прятал. Понимаю. Так, и куда это идет? Наверху где-то? Отлично, вот оно. Мне чтоб сейф положить, да? Здесь все пусто. Новые враги мне не нужны. А насколько я знаю угриедов, они во всем обвинят друг друга. Отлично. Сегодня не получилось у нас начать сюжет. Все по допам бегаем. Но зато все допы выполнили, в принципе. Еще, блин, вспомнить как. А.
Подожди, ты разве здесь не залазишь? А не должен ли бы? Опять? Я же открутил их. Вот тоже мне не нравится, что... игра не запоминает действия. Это мне, конечно, не нравится. Могли бы это сделать. Ну ладно, там стражники, город, допустим, запихается. Через определенное время. Должны что-то сделать. Что именно? Так, что-то, а как мне... Благородные. Понятно, не могу никак туда пробраться. Ясно, ясно, ясно. Подожди, а стражника уже нет. Нет, они опять куда-то появились. Опять они появились, блядь. Хотя я всех здесь повырубал их. 5 минут назад вырубил всех стражников. Так, мне надо... Вот. Сюда. Вроде бы, да. Угу. Разве? Нет, это не... Это не то место, в которое я хотел попасть. А где я тут... Вот, вот это вот окно. Это окно, я знаю, куда и ведет. По крайней мере. Ну, в принципе, так чисто я кое-что запомнил. Кое-какие проходы. Так что... Конечно, не везде. Да-да-да, вот сюда я как раз хотел попасть. Где ты тут стоишь постоянно? Вот. Пацаны сейчас пойдут обратно, они тут становятся всегда. И идут назад. Я в это время пробегаю. Ну? С возвращением. Держи. Голосовое устройство. Твой вор решил его продать до того, как стража его вздернула. Ну что же, проклятая свинья получила по заслугам. Спасибо, что помог. С голосовым аппаратом металлический человек готов к пробуждению. Это вопрос времени. Ты мне еще понадобишься. А пока я прошу не отвлекать меня. Займись своими делами, но не забывай про своего друга Эктора. Скоро ты мне понадобишься. Ясно. Ну, в принципе, все, да? Остался только сюжет у нас, по крайней мере, сейчас, на данный момент. Только одно задание. Это замечательно. И мы на сегодня закончим наше прохождение вора. Сейчас я добегу до вот этого места. Спасибо.
Тебе спасибо, Мавроди. Я думал, ты уже давно ушел. Да, отлично. Вот отсюда мы продолжим. И пока.